Здравствуйте, вы на канале «Современные родители». Поговорим сегодня о легкой прогулочной коляске Daily E510 от компании Everflow. Надеюсь, что вам понравится это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту коляску. Коляска прогулочная Everflow Daily E510 – это классическая коляска-книжка с удобным посадочным местом для малыша в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Она выделяется среди других прогулочных колясок своей перекидной ручкой, которая дает возможность реверсивного использования лицом к маме, лицом к дороге. Большой капюшон с карманом до бампера защитит малыша от солнечных лучей, ветра и непогоды, а смотровое окошко позволит ему всегда быть в поле зрения мамы. Классический дизайн и дышащие материалы создадут особое приятное впечатление. Она станет удобным и незаменимым помощником в прогулках с малышом. Рама выполнена из прочного и нетяжелого металла алюминия. Легко выдерживает вес ребенка возрастом от 6 месяцев и до 3 лет. При необходимости она складывается книжкой и в таком состоянии свободно помещается в багажник автомобиля. В комплекте к прогулочной коляске Daily E510 идет отделение для покупок и накидка для ножек, которая придется кстати в плохую погоду. Данная модель идеально подойдет и девочке, и мальчику. Ее уместно использовать практически в любой сезон или погоду. Это делает ее универсальной и популярной на рынке. Давайте посмотрим, какие плюсы или минусы есть у данной модели. Сначала о минусах. За 10 дней развалилась корзина. Колеса не заезжают на низкие бордюры. Колеса скрипят. Не очень маневренная. По внешнему виду хлюпенькая. При перекидывании ручки коляску ведет в стороны. Спинка не 90 градусов. Корзина маловато. Теперь перейдем к плюсам. Она легкая и удобная. Устойчивая и надежная. Крепкие ремни безопасности. Легко раскладывается. Есть регулировка спинки. Просторное сиденье. Современная и недорогая коляска. Капюшон опускается до бампера. Ткань очень приятная и плотная. Возможно, вы стали владельцем данной модели и захотите поделиться своим мнением о ней в комментариях. Ссылки с лучшими ценами вы можете найти в описании к видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если не сделали этого раньше. А чтобы первыми узнавать о выходе новых роликов, активируйте колокольчик. Всем пока!